Все части вы можете приобрести на сайте thedrums.ru, а также записаться ко мне на индивидуальные занятия по скайпу. Привет. Привет, слышишь меня? Отлично. В общем, двинемся вперед. Фанковые группы. Стив Гетт, такой барабанщик. Заметил, что во втором такте вот этот хэд с акцентом. Ну, следующий этап, это как обычно мы делаем, играем в белл и с хэтом ногой. То есть. Во, вот сейчас лучше, да. Так, ну хорошо, в общем, так понятно. Следующий шаг. Играем с открытым хэтом на сильную долю. Еще помедленней. Как говорил у меня знакомый бас-гитарист, он сейчас в мельнице играет. Главное в нашем деле в ритм-секции это теткость. Следующий шаг. На вторую, четвертую долю открываем. Ну, шестнадцатую долю дальше. Ну, здесь акценты, видишь, вот важно с акцентами с этими играть. Следующий шаг открываем на сильную долю. Так, ну дальше, как обычно, все по плану. Значит, идет уже вторая, четвертая доля, открытая, да? В общем, вот такой вот ритм собственного производства, кастом. То есть я его играл в группе в одной очень давным-давно. Наше творчество было, так скажем. Как ты его запомнил? Ты его записывал, нет? Ну, у нас песня была такая с этим ритмом просто, и все. И вот эта бочка игралась тутийно, то есть с басом и с клавишами. Да, смотри, медленно. Вот заметь, где хэт идет, да, открытый. Там получается у нас три раза мы играем. Три раза плечом. Потому что акцент, потом слабую долю мы открываем, и опять сильная доля этого акцента. Кстати, у меня там соло было в конце, мы на фестивале ее играли, и мне прислушивал барабанщик на этой песне, ура. В Тольятти у нас фестиваль был такой, Автоград. А ты соло сочинял до этого или ты импровизировал? Не, у меня были заготовки. Какие-то моменты я отрабатывал. Слушай, а мы с тобой соло какое-нибудь замутим? Ну, обязательно. Как я соло делал? То есть я знал определенные моменты, что вот здесь мне надо перейти на такую-то часть. Но она не точно один в один, да? То есть есть части, которые вот выучены, да? А есть такие, где свободно играют. То есть должна как бы схема просто примерно представляться, от чего ты к чему переходишь. Например, здесь начинаешь с ритма там. Как-то так. У меня вот эта схема ритмическая, она уже, ну, есть. Я уже ее использовал. Все, после этой части я уже знаю там на томы переходить. Иногда я играю более приближенно к тому, что выучил. Иногда более свободно. Ладно, все, счастливо. До вторника. Успехов. Пока-пока.